В громком уголовном деле, за которым 2 года с особым вниманием следила общественность, поставлена точка. Экс-главе города и бывшему спикеру ЗАГС Собрания области Владимиру Быкову сегодня вынесли приговор. Его зачитывали 3 дня. Быкова признали виновным по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Установлено, что с 2014 по 2016 годы он, являясь главой города, получил через посредника взятку в особо крупном размере в сумме 7 800 000 рублей при организации поставки низкокачественного топлива в АО АТП. По остальным инкриминируемым составам преступлений Быков оправдан за отсутствием состава преступлений и непричастностью, сообщили в прокуратуре Кировской области. Суд назначил наказание Быкову в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 15 600 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года. Быков взят под стражу в зале суда. 8 лет за взятку, ну, это укладывается в обычные сроки наказания, которые назначаются за подобного рода деяния. Предугадывать, будет ли освобожден Владимир Васильевич условно досрочно, невозможно. Для того, чтобы иметь возможность освободиться условно, необходимо своим поведением за весь период отбывания наказания доказать, что человек встал на путь исправления. Он должен всячески стремиться погасить те штрафы, которые ему были назначены.